Есть такой феномен сегодня. Мы много лет говорим о том, что вот у нас исход населения. Но раньше ехали просто заработать, чтобы выжить, а сегодня уезжают уже за другой средой. Уезжали, чтобы заработать и вернуться. Сейчас уезжают совсем. Уезжают достаточно, сегодня достаточно не бедные люди, у которых все ровненько здесь. Средний класс. Но ищут среду другую. Другую культурную среду, другую общественную среду. Другую демократическую среду, в конце концов. Ведь у нас же проблема не в том, что у нас есть демократия, а проблема в том, что у нас ее нету.